Здравствуйте, друзья! Мы здесь вот в конце месяца Элул, и это шестой месяц, и мы готовимся к седьмому месяцу. Это время освящения. И я прочту вам из Исаия 35, стих надежды. Это последний стих, 10 стих 35 главы. «Извратятся избавленные Господом, и придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головой их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Они придут на Сион с песнями», написано, «и над головой у них будет радость, она просто сойдет на них, и убегут просто все печали». Это обетование, полное надежды для нас. Это трудные времена уже наступили. А мы хотим этой надеждой получить ободрение, что во всем Писании написано, что у Бога есть хороший план для нас. И вот это слово «Сион», «Цион» по ивриту, это значит «Иерусалим», но также это значит как вечный план Бога для Иерусалима. Это что-то, такая смесь небесного и земного Иерусалима в этом слове подразумевается. Это надежда, положительное обещание царства Бога. Цион на иврите значит, что это как такой дорожный знак, что Бог поставил, что его план продолжает осуществляться, земной Сион вместе с небесным. Мы видим, сколько он находится в новостях в сегодняшнем дне. И мы готовим эту дорогу в наших сердцах для Господа. И мы приходим с пением и с вечной радостью. И я молюсь за каждого здесь, когда мы в духе идем вместе, чтобы Божий совершенный план для Сиона, для нас исполнился. Во имя Иешуа.